По поводу детектора лжи. Я прекрасно понимаю, что в Америке вы используете, теперь начали использовать у нас, но давайте будем объективны. Есть доказательства и факты. Для этого есть следственные органы, для этого есть внутренняя служба безопасности, которая расследует преступления, в том числе коррупцию. Давайте не подменять одно другим. Я ехал в такси, и таксист оказался бывший сотрудник МВД. Может быть, конечно, он меня обманул, хотя навряд ли ему стоило мне придумать, рассказывать какую-то историю. Последняя аттестация, после которой милиционеры становились полицейскими, проходила под эгидой, 30 тысяч платил сотрудник и становился из милиционера полицейским. Не заплатил рублей, не прошел. Так о чем речь? О каком детекторе лжи мы с вами говорим?